Парень лучше, чем писал. И он все время рассказывал. Доброе утро, инспектор. Понял ваше удостоверение? А что нарушаем? Сейчас я протокол на водителя составлю, с вами пообщусь, скажу. Не, вы мне удостоверение покажите, сейчас, а потом составлю. Сейчас я протокол на водителя составлю. Хорошо, давай. Доброе утро, товарищ инспектор. А скажите, пожалуйста, вы при исполнении? В данный момент нет. Нет? А можете вызвать наряд, чтобы составили вот на данных сотрудников ГИБДД протокол о правонарушении? Ну, потому что они стоят на одностороннем движении в противоположную сторону. Они установили нарушителя, же видите, составляют протокол. Не, а как они нарушили? А где машина, проблесковый маячок, звуковой сигнал? Машина не остановилась, вот они ее догнали, составляют протокол. Какую машину? Вот стоит впереди. Это я остановился. Я только что подъехал, вы же видите ничего. Я требую, чтобы составили протокол о административном правонарушении. Они явно тут, я не знаю вообще для чего стоят. Они не блюдут безопасность дорожного движения, ради чего они вообще работают. Ради чего я их сюда выставил, для того, чтобы они работали в зоне пешеходного перехода. Так а что они, почему они нарушают? Скажите, пожалуйста. Я требую, чтобы хоть как минимум переставили машину. Чего? Я не знаю, что случилось? БМВ? Не, а что случилось, я не пойму. Это я остановился на БМВ. А зачем вы там остановились? Нет, вы скажите, вы зачем здесь остановились? Снимаем, как люди переходят. А почему нарушение правил-то? Здесь одностороннее движение, по-моему. Где? Здесь. Здесь вообще выделена полоса сплошная. Это что это за выделенная полоса такая? Вы у меня спрашиваете? Я у вас спрашиваю. Я ее не рисовал, я не знаю. Нет, вы даете предписание, во-первых, дорожнику. Я не даю никому. Тогда где знаки о выделенной полосе, вы мне скажите тоже. Извините, у меня водитель стоит. Нет, вы машину, вы правонарушение оформите сначала. Что? Что вы правонарушение оформите, то, что вы машину поставили в нарушение закона. Это вы поставили, по-моему. Нет, это вы поставили. Не о чем сейчас с вами разговаривать, можно я буду заниматься своим делом? А, я не знаю, чем вы занимаетесь, каким делом-то, я не пойму. Где безопасность дорожного движения-то, я сейчас не пойму. Инспектор. Где что? Инспектор, а каким делом вы занимаетесь? Выявлением правонарушения? Извините, дайте я закончу. То есть у машины останавливаются, чтобы проверить документы? Я так понимаю? Что? Что вы делаете? Чем вы занимаетесь-то? Вас, начальник ваш сказал, что вас поставили на пешеходный переход. А вы чем занимаетесь? Вы сейчас сами в данный момент откуда выехали на машине? Я ехал по одностороннему движению. Ну, а здесь вообще тогда запрещается движение? По-моему. Чем это запрещается? Ну, чем запрещается? Чем запрещается? Разведка 1-1? Да. Ну, я не видел, где она началась. Я как ехал, по левой полосе, так и ехал. Она начинается от больницы. А чего начинается? Она же начинается от больницы. Где там больница? Я не знаю. Ну, вы не местный? Я ехал. Вы не местный? Как? Местный. Не знаю, я ехал и ехал. Сейчас, ребята, закончите составление протокола, тогда все равно разберемся. Хорошо, у вас есть время подождать? У меня есть время подождать. Я жду, что когда это? Они сами на себя составят. Сейчас, подождите. Сейчас разберем. Потом разведка по всему городу говорит о том, что вообще стоянка запрещена, они остановили. Где, по-вашему, мы должны были поставить? А я не знаю. Кто нарисовал такую разметку по всему городу? Извините, это ваша машина? Это моя машина. А вы свою машину фотографировали? Да. И как, она нормальная? А я не вижу нарушения. Не видите? Нет. А не тонирована слишком у вас? Ну, это уже другой разговор. Берите... Почему? Берите... Почему другой разговор? Вы... Давайте о вас разговариваем. Если вы пришли сюда. Не, вы... Сейчас. Надо сначала узнать, есть техосмотр или нет, понимаете? И обо мне поговорим, когда вы меня остановите. Нет, ну карточка техосмотра есть? Да она есть, но у меня с собой нет, проведите по пальцу. Ну вот, а я чего?
Волгоград тормозит, выиграли ничего. Не, ну извини, Волгоград, у меня с собой нет компьютера, я не могу проверить. Инспектор, а вы останавливаете для выявления, да, наличия? Не на, не на стационарном пункте останавливать автомобиль, да? Да, для проверки документов. Нарушаете 185-й, да? Что я нарушаю? 185-й приказ нарушаю. Конечно. Остановка тогда? Для проверки документов только на стационарном посту. А кто вам сказал, что только? Давайте, давайте, вперед. Чё, значок 4786, что ли? Давайте, давайте. Нарушайте дальше. Нарушать дальше? Да, 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 да. Вы мне приказываете, что ли? Я не приказываю. Я вам просто это говорю, нарушайте, нарушайте. Нарушайте. Она продлевается до следующего мая 2012 года. Только с собой. Здравствуйте. Здравствуйте. Я запрещаю вас снимать. Так, Раменский отдел ГАИ, российских... инспектор Нестеренко. Да. Документы, пожалуйста, ваши. С чего вдруг? Я хочу с вами познакомиться. Я обычный гражданин Российской Федерации. Зачем со мной Прекрасно. Знакомиться? Я поэтому у вас и спрашиваю. Сейчас вы пока... Вы меня останавливали гражданин. Для чего-то или что еще? Ну, вы сейчас со мной общаетесь? Да. Я хочу знать, как вас зовут. У вас же Я Николаевич документ? Меня зовут. Что? Я Николаевич меня зовут. Я могу прочитать, у вас должны быть документы. Сам. Зачем мне ваши документы? Ну, потому что вы на БМВ сюда приехали. И что, для этого нужны документы? Вы отпустите человека, инспектор. Инспектор, я запрещаю вам снимать. Согласно Конституции Российской Федерации, сбор сведений запрещен о частном человеке, в частном лице. А я не просто человек. Вы снимаете правонарушение? Тогда какое? Бронированная внучек и машина. Это вы опять на глаз определяете? Совершенно ничего не видно. Карточки техосмотра на дороге. Итак, я хочу с вами познакомиться. Я же вам сказал. Как меня зовут? А документы есть у вас? Есть, конечно. Точно? Да, Конституция Российской Федерации, мои документы. На основании Конституции Российской Федерации у вас должен быть с собой паспорт, как минимум. Нет. Что если вы внимательно вы читали... Вообще, да, вы его вообще не считали. Там написано, что является удостоверением личности. Да. Но носить я его не обязан. Обязаны вы его Нет. носить. Покажите мне статью. Я не обязан вам ничего показывать. То есть Конституцию. Вы... Хотите, я вам ее принесу, если у вас есть желание. И сами будете ее читать. Вы мне обоснуйте ваши требования определения документов. И все. Я не знаю, о чем вы вообще сюда приехали, и у меня спрашиваете. Ну, потому что вы нарушаете явно. Я нарушаю, так же, как и вы. Здесь одностороннее движение. Конец одностороннего движения висит, знак. Вон там, если вы знаете. Знаю. А почему вы тогда так стоите здесь? А здесь выделена полоса. Что за выделенная полоса? Где знаки? Скорее всего, по разметке. Это обочина получается у вас. Если вы знаете вообще правила разметки. Что такое обочина, да? А вы знаете, что такое обочина? Знаю, прекрасно. Что это? Полоса вдоль дороги выделенная. Полоса вдоль дороги выделенная? Но обозначена разметкой 1-1. То есть, если ее не обозначена разметкой, это не обочина? А или бы песчаная. Вы мне скажите, что это тогда, по-вашему? Что за выделенная полоса? Почему знаков нет? Я не знаю, я здесь ее не рисовал. А что вы тогда здесь делаете-то, я не понял? Как видите, я вам уже объяснял. Я что-то не замечаю. Не замечали? Давайте еще раз повторю. Выделенная полоса. Машины переставляем. Для служебного транспорта, то есть для медицинских работников, двигающихся
Хорошо, знаки тогда где? Если это выделенная полоса, что мне нельзя по ней двигаться, знаки где? Я не рисую дорожную разметку. Вы предписание делаете? Дорожного... Да, у нас есть специальный человек. Вы инспектор ГИБДД, Государственная инспекция безопасности дорожного движения, знаки где? Что это выделенная полоса? Дорожное движение не только я один. Вы работник. У нас очень много структур. Вы должны блюсти безопасность. Так правильно? Точно. Так точно. Правильно. Где знаки, что это выделенная полоса? А почему вы только ко мне вопрос задаете? Так вы же работаете. Вы здесь несете службу. Я вот смотрю даже в нарушение. То есть вы, значит, это не вы знаете закона. Ну а как же еще-то? Как мне скажите еще обосновать? То, что вы находитесь на одностороннем движении, в другую сторону машину поставив. То есть, нарушая это как бы правила стоянки и остановки. А здесь есть. И движение. Что вы по воздуху сюда приземлились? Запрещено ставить и двигаться. А вы явно двигались по одностороннему движению в обратную сторону. Я понял. Знак конца одностороннего движения висит вот там в конце, если вы видите. Я понял. Как вы сюда попали? Объясните. Что вы поняли? Вас понял. Плохо вы поняли, я смотрю. Инспектор, составляем. Составляем на вашего напарника протокол. Составляйте. Составляйте, давайте протокол я составлю. Я вам протокол должен? Не, вы сказали, составляйте. Ну, вы должностное лицо, вы при исполнении. Что? Вы при исполнении, вы должностное лицо. И что дальше? Протокол составляйте на своего напарника. А почему я должен на него? Ну, он нарушил. А с чего вы взяли, что это он нарушил? Короче, все понятно. Вы ни законов, ни правил, ничего не знаете. Все понятно, все хорошо. До свидания, все наилучшее. Давайте я еще подожду, посмотрю на вас. Как вы нарушаете? Инспектор, что у вас пешеходы по проезжей части ходят? Инспектор, посмотрите назад. Инспектор, пресекайте правонарушение. Доброе утро. Вы просили мой служебное удостоверение? Да. Пожалуйста. Старший лейтенант милиции Ковалев Александр Анатольевич. Инспектор ДПС Раменского УВД. Да. Очень приятно. С кем имею дело? Можно взять ваши документы? Нет, документы... Секундочку, вы подъехали на машине. Будьте добры. Нет, вы меня не останавливаете. Секундочку.